Уважаемые граждане города Кингисеппа и Кингисеппского района, сегодня, 18 марта 2019 года, мы с вами все вместе и вся наша страна празднует очень важное и знаменательное событие. 5 лет тому назад полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации. Такие события происходят раз в 100 лет. И я уверен, что Крым достойно будет находиться в составе нашей Родины, решать те задачи, которые перед ним стоят. А наш многонациональный народ, как всегда, свои отпуска и не только будет проводить в этом прекрасном, замечательном месте. Будет Крым решать и другие задачи. Задачи геополитического характера, экономического. И я уверен, что с каждым годом эта благодатная земля будет радовать всех россиян своим теплом и прекрасным солнцем. Дорогие друзья, позвольте от Совета депутатов города Кингисеппа и Кингисеппского района поздравить вас с этой датой и пожелать всем успеха, добра и благополучия.